Всем доброе утро, друзья. Давно не виделись. Сегодня у нас поездочка в сторону Волхова. Посмотрим, что интересного сделали по трассе Мурманской, да? А то там конкретно какие-то реконструкции идут. Ну и в конце рабочего дня посчитаем, сколько мы сегодня заработали. И посмотрим, выгодно это или нет. А вот он, мост. Кстати, этот мост разводится. А вот река Нева. Так, красота. Единственное, погода не в кайф. Ё-моё, какие тут крыши. Трамплины, офигеть. Красиво. Только я снимаю асфальт. Красиво. Вот это Нева. Вот река наша, известная Нева. Блин, сейчас вот мост будем проезжать. Часто интересуется, что везешь. Есть ли путевой лист? Как там тахограф? Ну, у нас, как видите, он поживает, как обычно. Ждет, когда я в него что-нибудь запихну. Без карты ездит второй год, наверное. Сосенки, елочки, природа, блин, природа. Вот в городе ее не хватает. Хорошо, что я не в городе живу, у нас как бы природа тоже давал. Вчера на шашлыках были, дети покупались, я купаться не стал, потому что что мне купаться. Я уже взрослый, вырос в купании. Френч дог, кофеек. Ладно, едем, парни, едем. Стоим очень-очень долго. Тут депсы разруливают ДТП, я так понимаю. Едет скорая, мы еще стоим. Непонятно, что там за движ нездоровый. Я им завидую. Нифига там колонна такая. Вот смотрите в зеркало. Офигеть, да? Кстати, вот эти мотики мне вообще не нравятся. Как это называется? Турист? Мне больше нравятся либо чопперы, либо спортбайки. Ну, вообще кайфую, короче, от этих самых, как там они называются? Сейчас куплю дёртбайки, как кроссовые, по лесам, по нашим, по этим гонять, блин, по болотам себе хочу. Уже час с чем-то стоим. Ситуация в том, что ремонт дороги идет, вправо-налево перестраиваются все. А сейчас же у нас праздники, датчики на 3 выходных поперлись на дачу. Решил, короче, размотать руль. Он уже достал вот этой фигней, царапаю постоянно, руку натираю. Вот эволюционирует. Даже что-то обочников нету, странно. Обочников реально нету. Там парочку было всего. Ух ты. Оп. Все, смотрите. Сняли. Что у нас тут? Консервированный руль подтертый. Ура! Погнали! Теперь когда дышится даже легче, парни. Реально дышится легче. Осталось нам ехать 21 минуту, ребят. 2 часа в пробках стояли, на 2 часа задерживаемся. Охренеть. Кстати, ребята, а вот эта дорога, которая, да, через Кисельню идет, она какая-то вообще идеальна. Ну, по ней самое то ехать. Я не знаю, как там дальше будет. Может быть, не зря я сюда свернул. Вот мы уже почти на подъезде. Сейчас будем переезжать реку Волхов. Кстати, говорят, что в этой реке водятся очень гигантские сомы. Друзья ездили, ловили, говорят, просто сом на соме. И сом им погоняет. А вон там, видите, палаточки стоят на берегу. Рыбу ловят мужики. Я тоже как бы люблю половить рыбу. Вот. Но я не рыбак, не фанат. Работа отбивает вот этот фанатизм. Приходится много работать, поэтому времени даже нету на рыбалку. На машину нету времени, парни, что тут говорить-то, да? Сделать, ну, доделать что-то. Я даже себе петлю не могу сделать, которая дверь левую воротину держит, блин. Прикольно, в принципе, домик иметь на берегу реки, но вроде как должна быть какая-то зона, потому что берег может обрушиться, подтопляться, но с другой стороны это красиво. Ходишь на себе на участок, на задний двор, и перед тобой река, просто так вот удочку так закинул и начинаешь удить, блин. Ну что, ребят, вот мы и закончили. Заказчик счастлив, приехало все, что нужно, а мы едем сейчас в сторону дома. Но нам надо по пути заехать в какой-нибудь магазин попить купить. По ходу дела мы без сушняка едем, нигде не остановиться. Нигде по пути не было там ни пятерочки, ничего. Были кафешки, ну блин, кафешка. Дома покушаем супчика, который жена сделала. А вот
Вот уже и с нашей стороны пробочка. Ну, ёшкин бабай, типа, ём. Лобовуха. Скорее всего, лобовуха. Вот это жесть, да, вот, ребята? Вот из-за этого мне не очень нравятся вот эти наши узкие дороги. Хотя вот вроде как простор дофига. Вот там стройся, тут стройся. Вот, расширяй ее, там, 4 полосы делай, разделительную. Это хотя бы безопаснее, блин. Вон у чувака лоб разбит. Каждому надо ебать еще разину, посмотреть, нахуй. Да. Ой, ты пошевеливайся. Лобовое. Вот, чувака, блин, башка разбита. Вот это ДТП. И вот такая вот пробка. А все из-за того, что узкие дороги. Узкие, просто узкие. Наконец-то выехали с этих пробок. Минут через 15 будем уже на стояночке. В принципе, блин, день прикольный, поездочка понравилась. Единственное, напрягло вот это пробка стояния, блин. То, что мы туда ехали, в пробке стояли из-за ремонта дорог. Ну и обратно из-за ДТП. Конечно, ДТП было серьезное, блин. Я не завидую тем, кого попал в него. Но, блин, нужно соблюдать в первую очередь дистанцию. Обгонять, когда ты уверен полностью в себе. Тем более на таких узких трассах, блин, вообще опасно вот с обгоном. Тут можно только пожелать крепкого здоровья. Ну и чтоб без серьезных последствий все обошлось. Проехали мы 240 километров, ребят. Блин, я не знаю, сколько топлива. 60 литров заправились. Потратили, наверное, 60 литров. По бабкам нам заплатили 18 тысяч рублей за доставку. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. И увидимся в следующем видео. Пока.